В Нью-Йорке на Манхэттене обрушилось 3 блока 5-этажного жилого комплекса. Еще один также может скоро рухнуть. Как сообщают очевидцы, прогремел взрыв, после чего возник пожар. Пострадало 12 человек, 4 из них находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел в микрорайоне East Village на 2-й авеню и East 7th Street. В доме было 26 квартир, а на первом этаже располагался ресторан суши. Здание было построено в 1900 году. По предварительным данным, имел место взрыв газа. Это подтвердил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который прибыл на место происшествия. По данным властей, в доме велись ремонтные работы газоснабжения. Возможно, что-то пошло не так. Газ в близлежащих домах пока отключили в целях безопасности, а людей эвакуировали. Нью-Йорк – крупнейший город в США. Если не считать пригородов, в нем проживает около 8,5 миллионов человек.